Уже традиционно в Евангельской церкви поколения веры в городе Дюйсбург в предрождественские дни проходит детский праздник. В этом году молодежная театральная группа приготовила небольшой спектакль для детей о том, что и подарки, и сладости – это хорошо, но самое главное, что Рождество – это день рождения Иисуса Христа, и Он научает нас всему, в том числе и прощению тех, кого, казалось бы, не хочется прощать. После спектакля дети могли поиграть с нетрадиционными для Германии Дедом Морозом и Снегурочкой. Спеть песни, пройтись хороводом вокруг елки. Ну а сладкоежки могли подкрепиться и пообщаться за столами. На празднике было много детей и их родителей, впервые пришедших в церковь. И они не только побывали в радостной атмосфере, но и услышали, что эта радость не просто так. Ведь мы празднуем рождение Спасителя, Иисуса Христа.